Ребят, только не начинайте, я быстро покажу его. А то мы, блядь, так быстро сносим, что я не успеваю это как... Нет-нет, в личном кабинете зайди, поддержка, нажми поддержка и напиши там. Дайте, пожалуйста, так, 4 проклятых жизни. Кто у него там отдельный, блядь? Сейчас, ребята, я пытаюсь вам показать. Забыл. Значит, 4 проклятых... Да, проклятая душа у него отдельная. Вот этот чувак у него отдельный. Значит, с него начинаем бить, он самый сильный, 2500 по атак. С него начинаем бить. Так, стрелы зачем-то убрали из дропа. Да-да-да-да-да, они рутуют, блядь, да, они хуйней страдают. Все эти глазики, они хуйней страдают. По-любому они хуйней страдают. Статы глазика, ребят, быстро покажу. Вот он, глазик, ребят, и вокруг него глазики. Но надо начинать вот с этого, с проклятой жизни, он отдельно. Ой, с проклятой души. Проклятая душа. Проклятая душа. Итого, ребят, РБ, 2000 по атак, 3066, 904 по дев, большой по дев, кстати, видите, без щита. Почти 900 тысяч хп. Быстро покажу дроп с него, ребят. Блуд торнадо с него падает, кастеты. ДКшные, ДК и талом шлемы, ДК щит. ДК щит, куски этого всего говна. Дальше, свитки, значит, заточки на доспеха, заточки на оружие, блеска на оружие. Очень маленький шанс, пиздец. X3 риты, ребят, меньше 1.5%. Свиток репутации клана от 1 до 2. Вот такой с него дроп. О нем я почитаю, когда будем бить. Я надеюсь, успеем. Так. Я оделся, так, оделся, свет засветился, где я, блядь? Так, начинаем, я расставляюсь к этому чудику. Так, Зилот, плюс 3 цели надо обязательно, рейдж. Вот эту хуйню, кстати, на бабу новую у меня появилась, инфернальная. Вот, так, с души начну, вот, вы бейте там РБ, я могу охранников всех вынести, блядь, например. Все, суда, стартуем. Го-го-го. Го. Го-го-го-го-го. Так, стоечка. Я душу бью. Так, душу бью, ребят. Это самое главное, вот эту душу бить. Он самый сильный. Просто танка бьют сильно, ребят. Если не убивать душу, то танк постоянно будет альтабаться. Он, видите, шилочка, и танк это суда. Я могу бы взять, кстати, еще. Ну, у меня же это. Все, добил. Все, теперь бьем РБ, и по идее мы должны попадать плюс 3 цели по охране, ребят. Вот этим скиллом, при цели, который на 50 уровне здесь появляется, мы должны попадать и по охране. И если он рутует, нам похуй, потому что мы стоим рядом прям, да, то есть мы прям рядом стоим. Димон там сливается, видите, мы уже рано начали, Димон только сейчас всех слил, видите, у него у всех дестров есть набор для слива, ребят, чего у нас нет, надо будет сделать набор для слива, чтобы вот это не бить друг друга, да, чтобы сливаться. А набор, то есть хаман на конверсию, пушка на хп, саны хп. Вот, то есть вот такой набор. Демон сет еще, конечно, желательно. Вообще заебись, там подзил можно сливаться, блядь, с демон сетом. Я думаю, хватит, чтобы до 30% слиться. Ну а желательно, конечно, да, там дум плюс 6, такой вот где-нибудь. Щит плюс 8, блядь. Так, я в слипе стою, ребят, кто-то ёбните мне по спине. Кто-то ёбните по спине, блядь. Они еще ман, он еще ману жгет, блядь. Вот, спасибо, суда. Спасибо огромное. Так, я про него не писал, я сейчас про него почитаю, когда мы его ёбнем. Ребят, он слипает, и если у вас слипает, то кто-то или может свиток использовать. Так, сейчас покажу, что с него выпало, ребят, почитаю. Итак, часть дум-щита 5 штук, магическое разрушение 3 штуки, яйца РБ ранка, свиток репутации клана 1000. Замечательные, да, да, куски ДК шлема, лезвие Блуд Торнадо, модель шлема Талума, доспеха. В общем, нихуя интересного не выпало, как для стоечку, не забывайте выключать стоечку. Здорово, искатель, Саш Петров. Долго ответ? Не-не-не, если ты пишешь вот такую хуйню, они специально убрали, понимаешь? Я сейчас почитаю вам про этого РБ, пока мы сейчас... Так, суда, сейчас... Сейчас я быстренько прочитаю, ребят, про этого РБ, которым только что убили, а то я про него лор не прочитал, ребят. Про глазика не прочитал. Сейчас лор... Про глазика лор быстро прочитаю, чтобы потом это не скипнуть этот момент, ребят. Так, он у нас 64-й. 64-й глазик. Слипающий. Вот. Гарголос. Или Гарголос, ребят, извиняюсь, если ударение где-то кому-то покажется. Нет, Саш, недолго. Просто у них убрали ссылки с сайта специально. Они из-за судебной этой хуйни, я уверен. Итак, ребят, не успел почитать лор, его читаю. В общем, Гарголос 64 уровня. Это существо... Это вот это, ребят, чувак, вот это. Это существо было создано из монстра глаза, скрывавшимся от гнева Эйн-Хасад титанами, для того, чтобы победить преследователей богов.
Но после наказания богов Гарголос, нацелил свою ужасную пасть на собственных создателей. Представляете, охуеть, да? Вот это так вот, блядь. Титаны его создали, блядь, а он после создания и наказания богов нацелил свою ужасную пасть на собственных создателей. Вот такой. 2 минуты откат. Да, ждем френди откат.